И сперва у нас такая небольшая вставочка, в которой мне хотелось бы поблагодарить людей с никнеймами Red Frog, Smaster и Seiyu за подписку третьего уровня на Boosty. Ну а теперь приступаем к реакции. И доброго времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы. Мы продолжаем просмотр аниме One Piece. По счету у нас идет 448 серия. Но прежде чем мы приступим к ее просмотру, не забывайте, если еще не подписаны, обязательно подписаться на канал, ставить лайки, писать комментарии, подписываться на Telegram и на Twitch. Все ссылочки находятся в описании под каждой реакцией. А я же всем желаю приятного просмотра и давайте смотреть дальше. Наступают и при этом всех убивают. Могичуан, не оборачивайся, просто беги! Рисовка какая-то такая странноватая, да, в моменте? Я не дам вам сбежать! Быстрее! Быстрее! Магеллан уже близко! Все на второй уровень! Блин, ну Бонклай, конечно, бежит вообще, бля. Руки в гору! Это последние. Теперь остались... Только мы! И... Очень интересный вопрос, а может ли что-нибудь Иванков противопоставить Магеллану? Может ли еще чем-то удивить и что-то показать? Инозума! Понял. Гигантские ножницы! И... Закроет проход. Инозума-сан! Зачем вы разрезали лестницу? Ива сама же все еще там! Не волнуйся, просто беги дальше. Ива-сан. Ну так он выглядит эффектнее. Пусть как девушка, не то чтобы прям очень симпатный, но эффектнее. Пожалуйста, останьтесь живых! Угу. Ну что, Магеллан, времени не остается. Нужно действовать быстро, если хочешь остановить Луфи. Зачем тебе это? Нанно цмурико.
Зачем мне это? Если ты еще не понял, зачем я это сделал... Вновь себя. Он становится больше и мощнее. Он прям все дальше по гормоны роста в себя сует. Да ты очень! Голова! Смертельное подмигивание! Угу. Начало положено. Он у тебя вернул свое обычное состояние просто. Я думал, что он растет, типа, еще больше. А он вроде просто себя в свое состояние нормальное вернул. Полноценная гидра. Очень-очень серьезно. Если ты пытаешься выиграть время, это бесполезно. Да нет, почему? Он остальным все равно не сбежит. Он уже выигрывает. Выиграть время? И уже достаточно выиграл. Неужели ты думаешь, что сможешь победить меня? Стили Камабакка! Нью Камакэмпо! Смотри внимательно! Кама! И что это? Ой-ой-ой, ну давай, подходи! А что это было? А что это было, блядь, за Нью Камакэмпо? Что ты там, блядь, начертила, нахуй? Иванку ебать, да, нахуй, в уши. Что это было? Что ты там иха, блядь, кинул, нахуй? Не... Кинул, и что-то ничего не произошло. Ой, блядь, ладно. Ну что-то вообще, когда я думал, типа, знаете, будет какая-то там атака, но при этом как бы с задержкой, которая будет невидимой и которая нанесет какой-то урон, я не знаю, хоть там гидру там порвет как-то. Ладно. Но он знает, что он делает. По крайней мере, он знает, что он делает. При этом знает, на что способен Магеллан. Вам лучше свалить. Да. Трусы-семейники. Женская сорочка. Странно. Тот женская сорочка. Был совсем рядом. Я видел, как Ивасаны и Назума остались на нижнем уровне. Что? Луфи, беги вперед. Мы должны вернуться. Ну, в смысле вернуться? Ради тебя все делаю. Для того, чтобы мы смогли сбежать. Мы должны верить в силу чудотворца. Кручу, верчусь. Что случилось на этом этаже? Он какой-то пустой. Странно, я не вижу заключенных в камерах. Все двери открыты настежь. Интересно, кто их всех высвободил? Давайте, Багимен. Уходите! Пора возвращаться на свободу! Спасибо, капитан Баги! Ура, наконец-то! Свобода! Не забудьте вооружиться! Держи. Спасибо. И тебе. Огонь! Огонь! Вперед! Не останавливайтесь! Хочешь больше? Давайте, давайте, выходите! Пора возвращаться. А, повтор на посмотрим. Давай. Спасибо, капитан Баги! Ура! Наконец-то! Свобода! Не забудьте вооружиться! Держи! Спасибо! И тебя! Ня! Ня! Вперед! Не останавливайтесь!
По счастливой случайности, когда блокировка из яда Магеллана была снята, капитану Багги и остальным заключенным удалось сбежать, и сейчас они продвигаются к главному входу. Они на первом уровне. Четвертый уровень — пылающий ад, третий уровень — голодный ад, толпы Ньюкама во главе с Мугиварой и Луфи, а также освобожденные заключенные. Сейчас находятся на втором уровне. Луфи ебасосина. А тем временем начальник Магеллан, висевший у них на хвосте, сражается с королевой Акам и Ванка. Хорошие кадры. Садомазотянку освободили. Спина, больно. Будь ты проклят, Иванка. Я на ее переломала. Быстро за ними! Хватит прохлаждаться! Четыре демона-стража, оправившиеся после недавнего поражения, поднимаются на лифте на первый уровень. А чё они не разговаривают нормально? А только... Уничтожившего все средства связи, теперь никто не сможет узнать, что происходит за стенами тюрьмы. Хаос, происходящий за закрытыми дверьми, разрастался с каждой минутой. Тюрьма окружена кораблями дозора и тюремными судами. Если нам удастся выкрасть один из них, мы успеем прибыть в Маринфорд до начала казни Эйса. Отлично! Жди меня, Эйс! До публичной казни Эйса осталось 4.5 часа. Мало. Мое лицо плавится! Мое лицо! Плавится! Шучу? Плавится! Или нет? Ведь на мне макияж, и он испортился. Лицо плавится, вот умора! Иха! Но ты меня чуть не задел! Иха! Он не только сражается, он еще и бесит Магеллана. Смертельное подмигивание! 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 Ядовитый плевок! И? Шнурки! Мои шнурки! Они развязались! Или нет? Потому что у меня нет шнурков! Нет шнурков! Вот умора! Иха! Но ты меня чуть не задел! Иха! Идиотизм! Что? Пора прекратить этот идиотизм! Думаешь? А мне было так весело! Ну раз так, давай решим все раз и навсегда! Между мной и тобой! Ньюхама Хэмпо! Эстетическая техника 44! Стригущий кулак! Глянем потом, чем это завершится. А ты чего не бежишь со всеми? Типа ждешь Иванка? Ух!
Ива-сан. Что-то мне не кажется, что... Дорога из яда! Он, короче, просто-напросто высь ядом. Ну, все заполонил ядом. И внутри яда поднялся, ну, типа, как по воде просто-напросто. Неплохой способ передвижения. Но он уже это показывал в сражении с Луфи. Он же делал что-то подобное. А что с Иванка тогда? Ива-сан! Только не это! Ограждение! Тоже хочешь попытаться задержать меня? Блять, а он Магеллан все-таки на самом деле очень силен. Все четыре демона-стража одновременно! Бежим! Сражайся, Багги! Все кончено, возвращайтесь! Нам их не одолеть! Забудьте о побеге! Что? Эй, ты в порядке? Ублюдок! Да как ты дайл? Да как ты дайл? Ты в порядке? Ублюдок! Да как ты дайл? А, это ты, мистер Три. Что такой бесполезный мусор, как вы делаете здесь? Кому в голову пришла мысль освободить его? Капитан Багги! А? Они вырубили всех демонов-стражей! Мугивара! Это же Шичибукай Джимбей! Да-да. Слава богу! Рад, что вы целы и невредимы! Это разбивает! Мне сердце! Капитан Багги! Со второго уровня поднимается толпа заключенных и каких-то извращенцев! Извращенцы! Какого черта? Кто это тут, извращенцы? Получайте это вам за то, что бросили нас там внизу! Правильно, блядь, правильно! Здесь, мистер 2! Раздавай им! Капитаном Багги! Плохо дело! Заключенные из четвертого уровня все же смогли добраться сюда. Они смогли миновать начальника Магеллана? Бонклай. Черт, теперь бунтовщики объединились. Где же начальник? Гидра! Догнал. Но! Побитый уже частично, да? Здесь! Да что тут происходит? Что значит его тянет краптен? Его. Продолжение только на animedia.tv. Озвучу... Окей. Пррррр. Что мы имеем? Краптян проиграл. Вполне вероятно, может где-то как-то умереть. И насчет Ивы. Вообще не уверен, что где-то как-то... Ну вот почему-то, блядь, такое ощущение, как будто бы у нее... У него, вернее, иммунитет к яду. Да, такого нету, потому что там множество где-то каких-то ядов, да? Но вот что-то... Ну, блин, ну... Иванка не будет. Я понимаю, что он помогает Луфи, тому, кто является сыном Драгона, да?
в чью команду он входил, команду революционеров. Я понимаю, что он считает должным помочь Луфи. Собственно, как и Эйсу, да? А помочь Луфи — это равносильно тому, что и помочь Эйсу, то есть, да? И он остался именно ради этого, для того, чтобы задержать, для того, чтобы у них было время. Но задержать на дольше у него не получилось. То есть, собственно, он проиграл, но он не выглядит тем человеком, который будет вот так вот пытаться сражаться, заранее зная и понимая, что он проиграет, а что он умрет. Он мог начать сражаться, зная, что проиграет, но не то, что он умрет. То есть я не верю, то, что этот вот яд убьет его целиком и полностью. Вот на 100% я не уверен. Ой, вернее, уверен в этом. А если он не мертв, не умрет и будет в состоянии нормально где-то как-то двигаться, он заберется наверх и поможет также этому вот Краптяну. Что дальше? Я все еще считаю, что Джимбо и Крокодайл вполне могут что-то Магеллану противопоставить. И сейчас, вот уже следующие серии, это прям уже финал всех финалов. В плане конкретно именно боя. Ну, начнется. Не факт, что это будет типа всего одна серия, вполне вероятно больше, и даже будет так лучше, да? Уже финальный бой против Магеллана. То есть никого не осталось, никто уже его нигде никак не задержит. Он прямо стоит перед вами. Луфи, даже если останется, к примеру, тот же Крокодайл и скажет «Беги, Луфи!», чего не будет, потому что ему по большому счету похуй на Луфи, да? Но даже если бы так и было бы, Магеллан Луфи не отпустил бы. Он может быстро преодолевать расстояние с помощью конкретно именно своей гидры, да, и все просто-напросто покрывать ядом, как и испарениями от этого яда. Как и перекрывать просто-напросто где-то какие-то проходы, к которым ты по итогу тоже не прикоснешься, потому что это яд. То есть у нас ожидает финальный бой. Остальные всякие мелкие сошки, собственно, как и Мистер Три, так и Багги, где-то как-то что-то ему сделать не могут. Луфи, в принципе, может, если у него будет какая-то голая часть тела, не покрытая ядом у Магеллана, да? Либо если он вооружится чем-то. К примеру, тот же Мистер Три нахуярит ему на ебуре там на руки где-то какой-то там свой вот этот вот воск, да? Луфи сможет использовать физуху для того, чтобы сражаться с ним. Также у нас есть, не перестану повторять, Джимбей. Также у нас есть Крокодайл, которые тоже что-то могут. Поэтому это вот такой вот бой Магеллана против всех оставшихся заключенных. И других вариантов нету, кроме как попытаться его одолеть для того, чтобы была возможность свалить отсюда, потому что другой возможности не будет. Если вы его не одолеете, если вы его не выведете из строя, вы не сможете пробраться дальше, найти этот вот, взять этот вот корабль, да, и пройти. Он вам просто-напросто не даст этого сделать, поэтому его нужно вывести на достаточное количество времени, которого вам хватит для того, чтобы добраться до корабля, захватить этот корабль и уплыть отсюда на безопасное расстояние. Так что этого мы, собственно, и ожидаем в следующих сериях. Сама по себе серия получилась крайне короткой, но ничего с этим не поделаешь. Опенинг, эндинг плюс повторы дают о себе знать. Ничего с этим не делаешь, поэтому периодически короткие серии, конечно же, нас ожидают. Вот, и также возможности выкладывать по несколько серий у меня тоже не всегда есть, так что это я буду уже исходить конкретно именно из ситуации и из возможности. То есть, если будет достаточно записанных реакций где-то как-то именно наперед, то может то в том либо ином случае где-то как-то буду выкладывать и побольше, хрен его знает. Но на постоянной основе или даже просто часто делать так, это, ну, не является возможным на данный момент для меня, да? Вот, поэтому уж как получится. Вот, ну а в целом по серии больше сказать нечего, поэтому буду заканчивать, буду со всеми прощаться. Надеюсь, что вам понравилась, ребята, эта реакция. И всем доброго дня, доброго вечера. Увидимся уже совсем скоро в новых реакциях, как на это аниме, так и на другие. И всем пока-пока.